Всем привет, с вами Демон Сталкер и добро пожаловать на симулятор стратегии инди-игру под названием Village. Эта игра чуть-чуть напоминает Бессинджа, который у меня есть на канале, ну ту игрушку, как может многие знают, ее закрыли и больше не выпускают. Да, и кто, кстати, впервые на канале, не забываем подписываться, кому нравятся мои видео, не забываем поставить пальцы вверх, тем самым скажите мне спасибо. Да. И у меня есть небольшой сюрприз любителям серии игр GTA и моим подписчикам и поклонникам данной игрушки. Ну, какой сюрприз? Вы видите в ближайшем будущем. А теперь мы переходим, как понимаю, к компании. Это история о молодом человеке по имени Демон Сталка, которому в темные времена войны и болезни удалось зажечь свечу в крошечной тьме безнадежности. Ну, кому интересно, могут поставить на паузу и почитать. Я как понял, это писатель. Он зашел в бар и рассказывает историю, как бы про меня. Я недавно только сегодня поставил игрушку, даже не обессудьте, вот решил, не знаю, начать кампанию проходить. Посмотреть, что да как. Ну, мне тоже пока не интересно. Ладно. Начинается, наверное, теперь стройка. Можно было, конечно, почитать предысторию, но
думаю, что всем это интересно. Расположите ратушу неподалеку. А вот так можно поворачивать. Вот они, крестьяне. Увеличим скорость. Да, поставлю на паузу. Так, ратуша — ваше главное здание. До тех пор, пока вы не построите дома, люди будут спать возле нее. Ага. Так, что нового собрать? Так, отмечаем, что собрать. Пока хватит. Я как понял, здесь отмечается задача. Кстати, в графике, конечно, получше, чем без Синжи. А здесь, я как понял, компания — это обучение. Так, где бы так неподалеку расположить? Давайте стройте. Построить 3 жилых дома. Так, построить 3 жилых дома, повалить еще 30 деревьев.
Хорошо. You have finished a quest. Чтобы построить мостик. Вот оно. Так, а где у нас? Ага. Сейчас как будет 30 деревьев, так и... Ночью люди спят. Finished. Правильно построил. Ну, надеюсь, что да. Ну. Тогда бы не показал бы зеленик. Ну-ка посмотрим. Так. Правильно. Вот. Ну, может, поближе как-нибудь можно. Вот. Поближе. Поближе к ратуш. Вот так. Ну. Вот отличненько. Увеличиваем скорость. Главное потом построить еще, я думаю, пищу. Но это вот нам как раз, наверное, нас обучают. Самое главное дело здесь, чтобы люди не голодали. Это самое важное. Как помните, в Бестринже был у меня, кто смотрел. Там народ стал голодать и с летальным исходом. Да, пока люди у меня строят. Один из новых подписчиков. Спасибо, что подписался. Я всегда рад новым подписчикам. Задал один вопрос. Что за работа? Вот. Специально для него и кому интересно. Скажу, что я работаю в одной конторе оператором ЭВМ. Интересно. The building is finished. Оп, одного рыбака. New quest. А, двоих рыбаков надо нанять. Понял. You have finished a quest.
Вот, еще будет третий дом строиться. И рыбаки у нас будут ловить рыбу, чтобы наши люди могли питаться. Многие, кто, вот я смотрел видео одного из моих подписок, парень, он начал строить деревню, а про пищу забыл. Лесникову построил, это ладно, там они по чуть-чуть добывать начали. Он построил пекарню, которой требуется пшеница. А пшеницу ты не посадил? The building is finished. Так, ну, мало места, но много покойного, думал, построить достаточно. Вот опять история. Это мне совсем, конечно, тоже не нравится, но все это читать. Кому это интересно, можете скачать игру. Так, ага. Так, так достаточно. Заготавливаем камень. Просто я хочу показать суть данной игрушки, а не вдаваться сейчас именно в режим симулятора. В том, что мы строим деревню и начинаем ее развиваться. Заготавливаем деревья камнем, потом, может, железо пойдет. Там торговля. И главное не забывать про пищу. Потому что народ будет расти, количество людей будет расти. И это очень... Нам надо построить через реку. Построить мост. Сейчас, секундочку. Извиняюсь, я просто чихнул. Так, ну можно вот здесь. Еще себе маленький мостик. Где же ты его построить? А можно давайте вот здесь построим нашу. Почему не? Почему сразу с рыбацкой пристани сделать? Так, на скорость.
Это куда они уезжают? Ну, торговать, что ли? Интересно. Или куда-нибудь домой, что ли? Непонятно еще. Ну, это еще мы все впереди разберемся. Так, пищи у нас хватает. Мост строится. Все у нас, как говорится, пучком. В принципе, я главную суть игры рассказал. Кому нравится, не забываем ставить палец вверх. Я тем самым определю, нравится вам игрушка или нет. Стоит ли смысл ее продолжать снимать на канале. Также пишите комментарии по поводу игрушки. Ага, просто не знаю. Это все. Я все понял. На этой концовке первой главы мы заканчиваем. Кому нравится, тот поставит лайки, скажет, стоит ли продолжать. Всем спасибо. И удачи всем. Пока.